Привет-привет, ребята. Сегодня у нас замечательная говорящая Анжела. Одна из них сидит в каком-то заведении, а другая маленькая говорящая Анжела у нас сегодня в примерочной или где она там. Так, одна получает подарок. И что же там, давайте открывать? Это классный напиток зеленого цвета. Конечно, мы его выпьем. Так, а второй надо покушать что-нибудь, да? Давайте выбирать, что у нас там, капуста, арбузы, помидоры, перец. И все в двойном размере. Уф, как много всего. Так, там Бен что-то приносит, уносит. А маленькая наша крошка уже будет чистить зубы. Да-да-да, после завтрака обязательно чистим зубки. Чистим хорошо, все четыре вот так вот во всех половинках рта, да, обязательно. Все зубки хорошенько щеточкой проходим. Так, там модница выбирает что-то, какую-то одежду уже. Так, теперь забираем вот так вот таким маленьким пылесосом для зуб специальным. Весь мусор, да. Ох, какие красивые зубки у тебя, милашка Анжела. Да, еще раз почистим, чтобы они очень вкусно пахли. Так. А другая у нас одела корону принцессы. Вы смотрите, какая она недовольная принцесса, но красивая. Красивая кошечка Анжела, принцесска. Так, Бен пришел на страже порядка. А милашку-малышку мы моем, смотрите, каким розовым классным мылом. Намылили ее, теперь смыли это все. Она в такой своей классной ванночке розовенькой. Все у нее розовенькое, такое маленькое. Прикольная она девчушка. Так, дали нам какие-то карты. Карты, это 5 карт, которые... Да, ох ты, редкую дали, классно, редкую карту. Так, а здесь можно менять, по-моему, образ, да? Может, черную выбрать? Будет такая смуглянка. Или беленькую, белая шубка. Темненькую. Так, а та выпила коктейль, ее совсем не видно. Вы смотрите, какая же из них лучше, ребята. Ставьте пальчики вверх, я прям не знаю, какая вам больше нравится. Сейчас мы маленькую нашу смугляночку намажем тут этим. Макияж нанесем ей классный такой. А Бен там все носит всякие шоколадки, коктейли. У нас прям принцесса вся эта. Весь день питается коктейлями. Так, румян такие классные. Ребята, кому нравится говорящая Анжела, мультики, игры, обязательно ставьте пальчики вверх и не забывайте подписаться на канал. Я с радостью буду снимать такие видео еще больше. Нам надо набрать хотя бы 7 лайков. Давайте постараемся. Делитесь обязательно со своими друзьями и подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Да, смотрите, как мы классно накрасили милашечку. Так, ты коктейльчики все побиваешь, да? Взрослая Анжелка. Ох ты какая. А малышку мы давайте уже положим спать. Вот. И в следующей серии мы уже с ними, с обеими, поиграем во что-нибудь другое. А сегодня пора заканчивать. Это такая пробная серия была про мою говорящую Анжелу. И это, судя по всему, ее дочка такая маленькая, смугляночка. Всем пока.